Постоянный спрос на производство бордюрного камня существует от строительных организаций, которые выполняют работы по благоустройству дворов и коттеджей. Вложения в производство камня требуются небольшие, их можно рассматривать в качестве перспективного направления бизнеса. Чтобы открыть собственное производство камня, необходимо загородное помещение в 200-250 квадратных метров с 8-метровыми потолками. Цех также можно построить с нуля. Помещение потребуется для цеха и складов сырья и готовой продукции. Штат включает 2-3 грузчика, 2-3 работника цеха, заведующего производством, бухгалтера, кладовщика и водителя. Самая эффективная технология изготовления такого камня – это вибропрессование. Технологическая линия включает контейнер для сырья, вибросмесительный агрегат, транспортер и пресс. С линии выходят готовые бордюры, укладываемые на палету с целью усадки. Затем они перемещаются на склад. В качестве сырья используется цемент и песок. Стоят они недорого, что делает низкой себестоимость продукции. Значительной статьей расходов является приобретение оборудования. Его стоимость зависит от типа и производителя. Цена колеблется от 90 до 140 тысяч долларов. Для начала деятельности потребуются следующие вложения. Аренда помещения – 5 тысяч долларов. Оборудование для производства бордюрного камня – 100-120 тысяч долларов. Заработная плата – 14 тысяч. Логистические и другие расходы – 12 тысяч долларов. Себестоимость производства бордюрного камня составляет 5 долларов за единицу. Рыночная стоимость – 8-9 долларов. Бизнес окупится в течение 9 месяцев. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.